Сегодня мы поговорим про миграцию и версионирование в CoreData. Откуда вообще взялась эта тема? Взялась она из чистого любопытства. Как-то раз мы сидели продуктовой командой Юлы и разговаривали на разные темы. В какой-то момент разговор зашел о CoreData. И слово за слово мы перешли к миграциям. Разгорелся спор о том, как вообще устроены миграции и как с ними работать. По итогу разговора у нас возник интерес поресерчить это дело. И в результате ресерча получился этот доклад нашими всеобщими усилиями, который я хочу вам представить. А перед этим хочу представиться сам. Меня зовут Гевадуллин Олег, я работаю в ВК над проектом Юлы. Являюсь iOS-разработчиком и ментором в ВК-образовании. Ментор наших будущих коллег на курсе по iOS. Что по докладу? Почему вам стоит его слушать? Ну, на самом деле здесь собрано в одном месте очень много полезной инфы про миграции. Сегодня вы либо вспомните, либо узнаете про то, что такое миграции, зачем они существуют, как с ними работать. Посмотрим на разные виды миграции, легковесные, тяжеловесные, и как они устроены внутри. А также поговорим про версионирование и что делать, если вы вдруг уехали в отпуск, приехали, а ваша моделька уже 1000 раз изменилась. Как обновиться? И чтобы говорить о миграциях, надо сначала сказать, а что такое миграция? Некоторые считают, что это боль. Но на самом деле я с ними не согласен. Миграция достаточно удобная штука, если в ней разобраться. Если давать определение, то миграция — это переход от одной структуры ОБД к другой без потери консистентности. Если вы вспомните, как работают миграции, то, возможно, у вас плывет в голове вот такая схемка. У нас здесь есть persistent контейнер, который содержит модельку, контекст и store-координатор. И здесь может возникнуть вопрос, а каким образом данные из базы данных мапятся в модельку? Ответив на этот вопрос, мы сможем лучше понять, что такое миграция. Для этого рассмотрим взаимодействие XC Data Model и BD-шки. В моем случае это SQLite. Для этого сначала рассмотрим модельку CoreData, XC Data Model D, которая описывает продукт. Ну, продукт, я из Юлы, поэтому мне будет приятнее рассматривать что-то близкое ко мне. И у продукта есть один атрибут — name с типом string. Здесь может возникнуть вопрос, почему на конце D? На самом деле этот файлик — это пакет. Пакет, в котором хранится множество моделек. Совокупность этих моделек делают нам версионирование. В каждой такой модельке у нас хранится файлик contents, который мы можем смапить в объект. Что у нас хранится в contents? Там на XML написана структурка нашей модели. В данном случае это имя сущности, ну, сама сущность, и единственный атрибут. Теперь поговорим про BD-шку. Как вы все помните, скорее всего, помните, CoreData — это высокоуровневый фреймворк, и он не хранит данные. За это делают BD-шку. Данные хранятся в BD. И в данном случае рассмотрим SQLite. SQLite работает немного по другому принципу. Он работает с помощью SQL. Когда мы CoreData говорим «создай сущность», с точки зрения SQLite это стандартный запрос create table. Добавление данных, insert int. Также стоит знать про SQLite. Вся база данных хранится в одном файле на диске. Этот файл хранится в контейнере приложений. Если мы его откроем, то увидим там кучу системных настроек и наши данные в бинарном виде. Также у нас существует журнал отката, с помощью которого мы можем возвращаться на предыдущие версии структуры BD.
Также основной файл базы состоит из одной или нескольких страниц. И у нас есть несколько ограничений по размеру. Более подробно можете посмотреть по QR-коду, но на самом деле этой информации нам достаточно для того, чтобы разобраться с миграциями. На данный момент у нас есть две сущности с одинаковой логикой, но разными реализациями. Один XML-ка, другой файл BD. И вопрос, как они между собой связываются? Если вы ответили NS Persistent Store Coordinator, то вы правы. И давайте все-таки ответим на наш вопрос, который мы задавали. Как мапятся данные? Для этого рассмотрим стандартный запрос за данными по продукту. У нас есть контекст, который запрашивает данный продукт. Далее управление передается store-координатору. Он запрашивает SQLite и модельку. Далее наш fetch request переводится в SQL. Запрашиваются данные в нашей BD-шке, и с помощью contents наши данные мапятся в объект. Теперь мы можем с этим объектом работать на высокоуровневом языке. Новыми входными данными мы можем переопределить определение миграции. Раньше мы говорили, что это переход от одной структуры BD к другой без потери консистентности. Сейчас можем сказать, что это приведение данных внутри SQLite к новому contents. То есть, когда у нас обновляется наш contents, мы должны привести нашу BD, структуру BD, к новому виду. И вот процесс приведения структуры BD к новому виду и называется миграцией. Теоретической частью закончили, дальше будет более практическая. Какие виды миграции существуют? У нас есть легковесная и тяжеловесная. При этом тяжеловесная делится на маппинг-модель и миграционную политику. О тяжеловесных поговорим попозже, сейчас про легковесные. Что такое легковесная миграция? Легковесная миграция — это автоматическая миграция данных. CoreData может выполнять автоматическую миграцию данных. И это именно наша легковесная миграция. Она основана на различии между исходной и целевой моделями. И под капотом использует Inferred Mapping Model. О нем мы тоже поговорим попозже. Давайте рассмотрим такой кейс. У нас есть наша моделька. Она заполнена какими-то атрибутами. Есть BD-шка. И мы решили удалить один из атрибутов модельки. И у нас все автоматически произошло. Почему? Потому что такой кейс попал под легковесную миграцию. Все условия легковесной миграции представлены на слайде. И если кейс попадает под такое условие, легковесная миграция происходит. Дальше давайте рассмотрим кейс, который будем использовать на всем протяжении, ну, на большей части протяжения доклада. Во время рефакторинга мы решили переименовать атрибут name из name в title. И на данный момент у нас есть два объекта с конкретными именами. Как будет происходить такая миграция? У нас есть обновленный contents и необновленный SQLite. Миграция будет состоять в переименовании. SQLite обновится, и данные наши будут консистентны. Теперь мы можем работать с этими данными в объекте. Собственно, изменим нашу модельку, переименуем name в title, и что видим? Данные пропали. Здесь стоит посмотреть два важных момента. Первое. SQLite. Возможно, CoreData каким-то образом потерла данные только на своем уровне. Смотрим SQLite, видим, что title в title лежат null, значит нет. Второй момент — это, а вдруг CoreData сделала бэкап? Для того, чтобы это понять, рассмотрим алгоритм миграции. Первым делом мы копируем объекты данных из хранилища в новое хранилище. Далее мы соотносим исходную модельку с целевой моделькой. И на основе этих изменений делаем миграцию. Если миграция прошла успешно, то мы удаляем старое хранилище
и используем новое. Удаление старого хранилища означает, что никаких бэкапов у нас не сохранилось. И это очень грустно. Для приложений, например, которые ведут, не знаю, дневник беременности у женщин, такая потеря данных, она критична для пользовательского опыта. Поэтому за данными надо следить. Давайте попробуем еще как-нибудь размотать нашу базу. Попробуем изменить тип у нашего name со стринга на integer 32. Если посмотрим на условия, то увидим, что такое условие не попадает под условия миграции. Запустим приложение и увидим crash. Здесь нам скажут, что мы не можем найти какую-то маппинг-модель. Что за маппинг-модель? Модель маппинга — это набор правил для перехода от текущей модели к целевой. Что за текущая целевая? Текущая в данном случае — это там, где у нас написан NS-string. Целевая — NS-number. То есть для осуществления миграции нам нужно три сущности. Первое — то, откуда мы идем, то есть source-модель. То, куда мы идем, то есть destination. И то, по каким правилам мы это делаем. Соответственно, маппинг-модель. Вернемся к нашему кейсу с переименованием. И с новыми входными параметрами мы знаем, что нам нужен destination-модель. Создадим ее. Создали, и теперь у нас xc.model.d действительно является пакетом. Там лежит больше одного файла. Изменяем наш name на title во второй версии нашей модельки и стартуем приложение. Данные снова потерлись. Почему? Destination есть, source есть. Наверное, что-то не так с маппинг-моделью. На самом деле, да. Под капотом это все устроено. Легковесную миграцию использует Inferred Mapping Model. Это такая модель миграции, которая Cordata создает сама на основании предположения о изменении данных. Соответственно, что было в нашем кейсе? У нас был title, name, который мы захотели переименовать в title. Мы для Cordata удалили атрибут name и добавили title. То есть с точки зрения баз данных удалилось поле name с лежащими там данными и добавилось снова поле title. Именно поэтому данные пропали. Чтобы наконец-то переименовать наш атрибут, используем rename identifier. Это идентификатор соответствия между старой версией и новой. Он проставляется для конкретного атрибута. В данном случае мы проставим его для атрибута name, запустим приложение и увидим, что все прошло успешно. Но также стоит поговорить про мультиверсионирование. Это вот в кейсе легковесных миграций. Давайте условно представим. Был у нас программист, работал он над проектом. И вот, значит, уехал он в отпуск, приехал и видит тысячу раз, моделька изменилась там сотни тысяч раз. Вот. И, соответственно, ему надо перепрыгнуть с одной версии на другую, миновав несколько версий. В случае с легковесными миграциями он сделает это без проблем. В случае тяжеловесных там будут проблемы, но об этом попозже. По итогу, легковесные миграции используются часто, используют Inferred Mapping Model. И, соответственно, какие есть плюсы? Отлично подходит для добавления удаления свойств, не крачит приложение. Но есть также и минус. Не умеет приносить данные без rename identifier и отсутствует прозрачность. А у кого присутствует прозрачность? У тяжеловесных. Давайте поговорим про тяжеловесные миграции, но сделаю небольшую паузу. Я надеюсь, что вы все еще со мной. У доклада есть некоторые технические сложности в плане
Вот. И сейчас будет самое интересное, но, с другой стороны, самое сложное с технической точки зрения часть. Поэтому включайтесь, следите. Поговорим про тяжеловесные миграции. Это миграции, и они отличаются от легковесных тем, что они происходят вручную. Соответственно, они существуют для более сложных кейсов, для тех кейсов, под которые легковесные миграции не попадают. Для того, чтобы провести тяжеловесную миграцию, нам необходима подготовка. Для начала создадим нашу модельку, которую будем изменять. Далее нам необходимо каким-то образом отключить создание Inferred Mapping Model. Делаем это с помощью двух флагов. Первый флаг указывает, должно ли хранилище автоматически синхронизироваться. Это означает, что когда мы запросим нашу модельку и увидим, что миграции нет, то CoreData эту миграцию проведет. Этот флаг мы проставляем в true. Второй флаг указывает, должна ли создаваться Inferred Mapping Model. Его мы поставляем в false. Запускаем приложение и видим закономерное crash. Мы не можем найти маппинг-модель. Давайте ее создадим. Для этого указываем destination модель, source модель и destination. И что видим? Видим маппинг-модельку, у которой есть сущность, product to product. Сущность описывает переход от продукт второй версии в продукт третьей версии. И видим, что есть два атрибута. И у одного, у myTitle, пропущен value expression. Что за value expression? Это выражение для сопоставления свойств на основе NS expression. По факту он указывает, откуда брать данные. По аналогии с price поставим value expression для myTitle source name. Запустим приложение, и у нас все получилось. Это первый способ прогона тяжеловесных миграций. Второй и третий связаны с миграционной политикой. Миграционная политика — это политика, которая настраивает процесс миграции для сопоставления сущностей. Приведу пример. Например, у нас есть продукт, и нам необходимо вынести из него картинку. При этом картинка у нас раньше была NS-URL, а мы решили брать картинку из contents, из ассетов, точнее. И, соответственно, вот в таком кейсе мы не можем использовать ни легковесную миграцию, ни маппинг-модель. Используем миграционную политику. И у нее есть два метода — functions и create destination instances. Сначала поговорим про functions. Это методы наследования наследника миграционной политики, которые используются в value expressions для преобразования данных. Вот такой у него синтаксис. И посмотрим на примере. Я люблю хорошие примеры. Приведем пример из реальной жизни. Бэк решил, что price — это не итоговое число, а float, и оно должно быть умножено на 1000. Соответственно, есть такая моделька, перевели тип во float, и как будет выглядеть наша миграционная политика. По факту это класс, который наследуется от NS Entity Migration Policy. В нем мы объявляем метод. В нем преобразуем данные. Соответственно, умножаем на 1000, переводим в double, и 0.15 — это чисто для проверки. Дальше нам необходимо проставить нашу миграционную политику. Здесь. И проставить функцию здесь. Соответственно, указываем наш метод и source price. В данном случае это атрибут, который перейдет в метод и который будет преобразован. Запускаем до 2500 и после преобразованные данные. Разобрали function. Теперь create destination instances. Это метод вызывается диспетчером миграции для каждого исходного экземпляра для создания целевых экземпляров. Это самый мощный способ сделать миграцию. Как выглядит сама кастомная миграционная политика?
Это по-прежнему класс, в котором мы override метод createDestinationInstances. Далее мы берем нашу destination модель, которую будем изменять. Далее берем source price, ну, то есть цену, которая была до. Здесь важный момент. Как видите, мы здесь используем KVO, Key Value Observing. Почему? Потому что на данный момент мы не знаем, что у нас лежало в source, поэтому через точку мы обратиться к атрибутам не можем. Далее преобразуем наши данные и с этим новые данные в нашу destination модель. Все. Проставляем value expression, проставляем нашу кастомную миграционную политику и запускаем. До, после. Все работает отлично. По итогам мы рассмотрели три способа: mapping модели, functions и create destination instances. Из плюсов. Подходит для сложных кейсов, и мы полностью контролируем процесс миграции. Минусы, дополнительные трудозатраты, и у нас нет автоматической поддержки мультиверсионирования. Об этом сейчас поговорим. Вернемся к нашему кейсу с отпуском. Вот, значит, приехали из отпуска, и надо, например, перейти из первой модели в третью, минуя вторую. Приехали из отпуска, мы не помним, как работать, и решили сразу бахнуть апдейт первой модели в третью. И видим знакомый кратч. Нет маппинг модели. Почему? Потому что нам необходимо создать маппинг модели для всех случаев. То есть из первой во второй, из первой в третью, из первой в четвертую, из первой в пятую. То же самое для второй, третьей, четвертой. Получается такая лесенка. Если мы посмотрим на количество моделей для, скажем, 14 версий, у нас получится аж 106 моделей маппинга. Такое поддерживать, ну, нереально. Поэтому был придуман подход step-by-step. Это подход в миграции, где изменения каждой версии накатываются последовательно, версия за версией. Соответственно, накатываем сразу с первой на вторую, с второй на третью, третью на четвертую, четвертую на пятую. Таким образом у нас получается n итераций. И вот так выглядит подход, алгоритм нашей миграции. Соответственно, у нас есть Core Data Manager. Мы смотрим, нужны ли миграции. Если миграции нужны, запрашиваем их. Запрашиваем все шаги нашей миграции. И для каждого шага мы достаем маппинг-модельку. А потом возвращаемся вверх по алгоритму и применяем все миграции. Итоги. Мы рассмотрели, говорили про миграции, зачем они нужны, легковесные, тяжеловесные, и затронули версионирование. Что еще можно сказать про миграции? Чаще всего можно использовать только inferred mapping model в большинстве случаев. При этом при его использовании надо учитывать множество нюансов, потому что очень легко дропнуть базу. Также при работе с версионированием не избежать кастомного решения, step by step. С миграциями повышается нагрузка на QA и повышается порог входа в проект. Что по Юле? Мы используем inferred mapping model. Почему? Потому что мы используем CoreData в качестве кэша и FRC-шки. Соответственно, каждый раз, когда пользователь заходит в приложение, у него чистая CoreData. Поэтому inferred mapping model в нашем случае это лучшее решение. На этом слайде представлены некоторые источники. Вот так, всем спасибо, что слушали.